Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию мушку, которая огружена вольфрамовыми шариками диаметром меньше, чем 1,5 мм. Крючок я взял 16 номер Тимка 200R. И нам теперь необходимо будет здесь изготовить хвостик, закрепить люрикс и пленку. Давайте изготовим и продолжим дальше. Вот мы с вами закрепили ряд материалов. Я взял перо, которое вот обычно используется в перьях, как добавочное. Закрепил кусочек пленки и установил хвостик. Хвостик с куропатки, с перепелки, с чего угодно. И наклеили лак, посадил первый шарик. Эти пока подвижные. Подождем, пока наш клей подхватится, и продолжим дальше. Мы с вами изготовили усики вот такие из перышек, покрыли их лаком. Я закрепил глазки и закрепил еще вот такой люрикс. Теперь нам с вами необходимо взять вот это перо, которое мы с вами закрепляли. И аккуратненько, так, чтобы оно у нас находилось строго сверху, его подхватить. Удаляем остатки. И теперь самый такой ответственный момент. Необходимо аккуратненько разровнять пленочку нашу и, не сильно натягивая, уложить ее строго сверху. Вот так. И теперь подровняем немножко наше перо, чтобы оно у нас находилось сбоку, пленочка его не утягивала. И окончательно теперь закрепим пленку. Пленку не отрезаем. Вот мы с вами закрепили вот так перо, провязали люрексом, и у нас остались наши вольфрамовые шарики под низом. И есть имитация жаберок. Пленочку убираем пока назад. Теперь остается нам только лишь взять вот такой даббинг. Мы не будем изготавливать лапки и все остальное для этой нимфы, так как она у нас работает только вертикально. И с расчетом этого хорошо будут видны и меховые наши лапки. Нанесем необходимое количество даббинга. Желательно, как я уже не один раз вам объяснял, чтобы даббинг у нас имел хорошие остевые волоски. Для этого у нас и выйдут тогда хорошие лапки и грудка. Грудка должна быть хотя бы наполовину толще. Добавим необходимое количество и закончим нашу нимфочку. Вот, друзья мои, мы с вами сделали завершающий узел. Слегка подкрасили верхний чехлик. И, как видите, вот такая вот нимфочка своеобразная, которая будет хорошо вертикально погружаться и уже огружена. Готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!